Сегодня глава района Заур Хамирзов провел еженедельное совещание с заместителями, руководителями структурных подразделений, главами сельских поселений. На планерке были обсуждены вопросы, актуальные для жизни района. Открывая совещание, Заур Хамирзов ознакомил присутствующих с повесткой дня. Первоочередной темой, как обычно, стало проведение диспансеризации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. По этому вопросу дал разъяснение заместитель главы района, управляющий делами администрации, Рустам Хасанов. Он также озвучил статистику прошедших вакцинацию против COVID-19. У нас уже по данным Кашгарского района 857 человек уже прошли диспансеризацию, в работе 308 человек. Все, кто у нас проходит, в основном по желанию. И хотелось бы обратиться ко всем с призывом о необходимости прохождения диспансеризации. Это для жизни людей, чтобы на начальном этапе выявить заболевания и что прошли курс лечения наши граждане. В Кашгарском районе уже прошли вакцинацию 14817 человек, это 87%. Выше республиканского, по республике в целом 77,7% прошли. Рассматривая следующий вопрос повестки дня проведения ярмарок на территории района, заместитель главы по экономике и социальным вопросам Марита Тугланова подчеркнула, что отделом экономики на регулярной основе проводится работа по регулированию цен на продовольственные товары во избежание необоснованного роста. Ярмарка у нас на прошлой неделе состоялась в том же режиме. Всего около 30 торговых точек присутствовало, цены регулировались на ярмарке. В принципе, это весь ассортимент присутствовал. Повышение доступности газа для населения – одна из важнейших тем, находящихся на особом контроле главы района. Напомним, что жители района могут принять участие в программе социальной догазификации. Проект предполагает бесплатное строительство распределительных сетей до границ земельных участков жителей, выразивших свое желание газифицировать домовладение. Заур Хамирзов поручил ответственным лицам усилить информационную работу в этом направлении. На планерке были рассмотрены и другие актуальные вопросы. В завершении Заур Хамирзов попросил всех руководителей и начальников отделов, а также глав сельских поселений более четкого и оперативного выполнения в срок данных поручений.